Ну чё, прощайте, монстряки. Ой-ой-ой. Да, умерли, наизично. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дарт Вейдер, Серега, Стаканчик, Дудосик, Слава Питер, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, привет всем. Приветики, млечки. Всем здорово. Сегодня у нас здоровенная карта Лабиринт. Будем убегать от монстров Хендерсона. Если верите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Так, пацаны, сегодня у нас будет с маленького монстра и до большого. Сначала вот такой. Ну что, сначала убегайте, наверное, в Лабиринт. Потому что сейчас будет очень жестко. А давайте я сразу вообще его включу. Погнали. Так, подожди, я думал, он будет за вами бежать, а он за мной побежал. Так, Серега, давай встречаемся, знаешь где? Где? На том свете. Согласен. А где он? Чашечка чая. О, пробежал мимо. Так, ну что, отлично. Вот ты, блин, за мной побежал все-таки. Давайте сейчас проверим, как он убивает. А, он съедает. Да. И чё? И все, и съел меня, отлично. Давайте тогда поставим их побольше. Вот такого поставим. Вот такого поставим. Ну чё, погнали. Ребята, три монстра в лабиринте. Так что, если вы их убедите, бегите. Он телепортируется, кстати, это хороший знак. Стрёмно, да, по такому лабиринту бегать? Тем более, лабиринт очень высокий, и убежать тут просто нема куда. Ого, ты что это было рядом? Эй, чё... Да ладно, он очень быстрый. Вы видели, как он быстро бегает? Дима, он увеличивается в размерах потихоньку сам. Когда мочит? Да, походу. Ну пусть увеличивается потихоньку. Посмотрим, вот жирная жопа не пролезет потом в лабиринт. Так, а куда бежать? Просто будем бегать здесь по кругу? Да. Я хочу найти... Вон умный челик залез на мостик. Так, я хочу найти этот ловушку и стоять, чтобы он туда упал. И сдох. Да, пока мисс я больше троих спамнить не буду. Просто повыживаем пока мисс так. Посмотрим, насколько они умные. А чё никто не умирает? Может, они обиделись? Они знают каждого, где кто находится. А ты где, Дим? А я не знаю. Я бегу, тупик. Бегу. А ты подстреляй вверх. Или с базуки вверх выстрели, я, может быть, увижу. С базуки. О, два АР-2, смотри, шар. О, вижу. Вижу. Стой на месте. Стою. Надеюсь, монстр Хендерсона не прибежит. О, все, давай вместе повыживаем. Включай фонарик. Погнали. Так, а где ловушка-то, ты не помнишь? Да, один монстр на мосте. Один мостик на мосте. Ой, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Опа, я слышу кого-то. А, это по мостику передвигаются, пацаны. Такой звук металла. Димас, беги, беги. А что, он там? Да. Так давай, беги тоже. А где он? Не вижу его. Сейчас. Сережка. Опа, а что он скачет, как стрекозел? Короче, ребята, прощай. Да что ты ко мне идешь? О, Серега, за тобой побежал. Эй, не надо его сюда, пожалуйста. Ого. Нет. Да вы психи, что ли? Серега, они уже красными какими-то кабаками бросаются. Они, короче, я так понял, если тебя съедают, они становятся больше. Это отлично. Посмотрим до конца ролика, насколько они увеличатся. Мне даже интересно посмотреть. Вот он съел челика, у него была вторая фаза, потом чё? Он убил тебя, у него фаза третья стала. О! Да блин, я в ловушку попал, говно! Как так, он не упал, а я упал? О, давайте тут будем стоять, посмотрим. Опа! Давайте, ребят. Он упал в ловушку, Серега! Да ладно! Живой? Да он выбрался, как-то он вы... Да как он это сделал? Он, короче, с жопой его провалилась, а потом как-то вылезла сама. Он на обход пошел. С другой стороны хочет обойти. Фух. Да, они в ловушку не хотят падать, они знают, что она здесь. Оп. Оп. Серега, они когда идут резко, они разворачивают. Беги. А! Фух. И чё?
Я его заманил, Упал, упал, вот это было очень близко, вы видели насколько? Сережка, а Серега, ну блин. Я думал это челик какой-то. Один в ловушке. А ну че он там сидит, смотрит? Я вижу, он хочет выбраться и злиться. Да бомжьярья! Он съел тебя? У меня скинул подсрачником. Побежали. Может туда C4 накидать? Не надо. А, ну давай, может его просто разнесем? Подождите, я уже забыл, куда бежать до ловушки. Нет, не сюда. А где эта ловушка? Вот! А ну давай, Серега, взорви его. Под лица этого. За то, что надо он побольше, нам. Побольше надо. Я, короче, стою на шухаре, смотрю, если. Ты что, упал, что ли? Меня убил кто-то из них. Может, он убивает на. Он убивает на расстоянии с ямы! Вот это жопа! Это я тебя убил! Понял. Паркурим со всей силы. Я уже помню, куда бежать даже. Ого! Сава Питер, ну зачем ты лезешь? Я уже думал, тут челик бежит. А че, их больше нету, что ли, на карте? Да там башни. Они, видимо, бегают за кем-то другим. Так, мы пока тут постоим, повыживаем. Пока мне все отлично. Да вы что все туда падаете? Вы что так себя не жалеете? Че, мы его не убить не можем? Че вы все падаете туда? А он его убить не может. А потому что у него маленький скин. Тю, блин. Это этот, кэт-дог. А он у него на голове стоит. Да вы что туда все падаете, хлопцы? Давайте все. Ты пошел, и ты пошел. О, давай тоже попробую на голову ему встать. А ну-ка. Серега. О, я на голове стою. Ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно получается. А че, он реально не может убить, когда на голове стоишь у него? Походу, он это... тупой. Очень странно. О, Дима, я у тебя на голове. А я у тебя. О, вот это нормально. Выбираемся, пацаны. Пирамида. Давай залази, досик. Ладно, пусть мочит меня. Ух ты. Так, хорошо, давайте я тогда удалю. Раз, два, три. Они все были живые, оказывается. Я думал, все-таки кто-то умер. Так, пацаны, сейчас поставлю много штук одинаковых, очень жестких. Только я их поставлю посреди лабиринта, чтобы было намного интереснее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь монстров, каких-то неадекватных. Ну что, Серега, пошлите все вместе. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Они бегут все. А как выживать? А вот выживай. Вау! Вот это жестко, я даже не хочу возрождаться. Пусть сначала убежит. Вот это он быстрый. Да ты задрал, урод! Ай. Серега нереально жестко мочит. Ой. А, ты с помощью меча прыгаешь. Ах, да, ты хитрый. Да. Молодец, моя школа. Вижу. Ой, тут это паук. Это павук. Павлук. Опа! Павук. Они, получается, этот... яму они не могут перепрыгнуть. Они башни бегут. Только они будут сюда бежать, и яму перепрыгиваю. Серега, или ты сюда? Опа! Дима! Да. Лучше туда не иди. А чё там? Вон они. Давай! Да ты смотри, что он делает. Ну давайте все-таки будем тут стоять смотреть. Как только они бегут, я сразу... Да блин, вы задрали, я уже боюсь игроков настоящих. Опа! Че он этот? А, на расстоянии же может убить. Я в яму падаю, Дима. Бегут! Упал! Да ладно, он перепрыгнул яму! Ах ты, зараза такая, а! Дима, смотри, у него на голове. А Серега, ты может задержишь, пока я мимо пройду? Я вот Ай, звук, ты меня ждешь! Извините. Сейчас, давай я пройду как-то аккуратно. Может, я и другой дорогой. Да зараза такой. Эй, отвали, щенок. Как на мостик попасть? Что-то я не могу. А, я сам себя в тупик загнал, да? О, приближаюсь. Надеюсь, дадут. Ладно, хватит мне прыгать, я буду бегать, как вы. Давай, Сережка. Все в башню? А то... Так, поднимаемся, ура, я в башне. Ну чё, а где они?
сейчас к вам прибегут или за мной бегут, потому что я тут снизу бегаю еще в ход. А я их не вижу никого, вы видите? Бежит, бежит. О, а он не может подняться. Вот дурак, блин, убивает какой-то кабакой красной. Напердел. Это вот насрал и напердел вместе взятые. А, он такой лучом стреляет. Да, вон он, блин, ой, меня замочили. Так. Очень быстрые, мне кажется, от них вообще не убежать, да, от этих челиков? Бесполезно бежать. А! Это задрал. Чмошник. Димас, я заметил то, что они походу эволюционируют уже до фазы четвертой. Так, сейчас я еще поставлю этого же типа, только немножечко слабее. Готовы? Давай. Сейчас. О, я их вот тут поставлю на вышке всех. Нет, не нравится. А чего так много? А я это много, да, поставил их? Не знаю. Веселимся, ребята. Штук 20 поставил, надеюсь. Надеюсь. Утаки идите сюда. Но они не убивают с одного раза, они убивают с двух ударов. И они не такие быстрые, как кажется. Ой, ну слушай, ну какие-то они... Черепахи. Черепадли. Я на башне, наконец-то, аллилуйя. Они сейчас за мной идут. Так, а я стою здесь. О, уже идут, ого, их там. Ребята, ребята, помогите. Они на мосту все. А ну, придавит меня? Давай, закрывай. Закрывай, закрывай, закрывай. Да что ж вы? А может давайте их все в бункере просто ты? Да что она не хочет? Подожди, давай его выманим и закроем. Давай, 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 давай. Он такой, дальше не сильно-то и мощный. Он открывается сразу само. Стоп, 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 стоп. Давайте я его выманю, я его выманю. Да он за мной агрится, подлюка такая. Блин, подмога пришла. Еще один. Пацаны, я пожертвую собой. А, мы тут не одни. Ох, их тут, ох, их тут. Вы в бункере все? Все, не выходите. Да. Не выходите из бункера. Я сейчас возьму кое-что сделаю. Проверим, умрут они или нет. Все, так, Гренвич. Исчезли, исчезли. Не-не-не, типа. Не исчезли? Исчезли, исчезли. Нет. Сейчас проверим, выживут. Бункер спасет вас от взрыва или нет? Я в самом низу бункера, я живой. Вам слышно, что взрывы идут на карте? Нет. Да, вот. А чё они не умирают? Ни один не умер. Неправильную ты бомбу взорвал, дядя Дима. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой-ой-ой, что творится снаружи. Пацаны, я к вам. Тут пропы колбасит, Дима. Тут ты шкафчики все перевернул. Ну так это ж нормально, все сходится. Я уже тут. Давай ты, чё давай, ты, какую давай, ты бомбу давай, можешь давай. Взорвать? Очень прикольные монстры. Напишите в комментариях, как вам эти монстры? Мне показалось, что они очень прикольные. Своеобразные, у них три вида есть. О, давай, Серега, стой. Давай мы сейчас сделаем последнюю стычку. Я поставлю самого главного из их тех боссов. Давай. Поставлю три штуки. Раз, два, три. Ой-ой-ой, надо в лабиринт. Вот вы задрали. Они по лабиринту бегают. Не-не-не. Не могу, да, пройти, жиробасы? Жирные. О, нет. Ого, он что, прыгнул, что ли? Угу. Они подсадку друг другу делают, представляешь? Угу. Да ты задрал. Серега, давай, взрывай их. На одном спауне все спавнимся. Они не дают нам возродиться. О, я вижу, Серега, бомбу бери. Ой-ой-ой. А что это за бомба? Это не та, это ого. Не та бомба. Кстати, его очень сильно откинуло. Прям ДБЛа так откинуло. Да вы задрали, монстры вонючие. У них прям красная полоса за ними идет. Так, я отлетел подальше. Серега, я вижу, бомбы летят. Ну чё, прощайте, монстряки. Ой-ой-ой. Да, умерли, наизично. Ух ты. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай! Кабум! Ого, кабум!